Лес вокруг есть? Есть. Ну, значит, лесное. А вот ежели степь была, тогда степное было. А если море, тогда морское. А если... Ясно, ясно. Понял уже. Ну, и как вам тут живется? Да нормально. Если б только не сватовства эти. Ходят постоянно то скоморохи, то повара, то парикмахеры. Но хуже всех женихи. Песни любовные орут, весь огород уже вытоптали. Хуже ворон, ей-богу. От ворон я, видишь, пугало поставил. А этих донжуанов позабоченных ничем не отвадишь. А ты часом не свататься тоже? Я? Ну, в общем, ну не то чтобы очень. Понятно. А с виду приличным человеком казался. А чего это на вашем пугале такая шляп смешная? А это? Скоморохи к царю на потеху ехали. Да и позабыли в попыхах. Сам знаешь, скоморохи народ забывчивый. Потому как пьющий. У меня ихнего добра цельный чулан. Возьму-ка я эту шляпу, авось пригодится. Возьми, возьми. Шляпа, конечно, дурацкая, но тебе идет. Сейчас этого делать не стоит. Стоять! Кто таков? Фрол, крестьянский сын. Такого в списках нету. Я это, пошутил насчет крестьянского сына. Мы шуток не понимаем, мы при исполнении. Говори, кто таков? Царевич я, свататься прибыл. Прием царевичей временно прекращен в связи с полной заполненностью дворца. Селись, значит, некуда. А когда места появятся? Лет через 20. Аккурат, когда новая принцесса подрастет. А я это, парикмахер. Сейчас списки проверим. Был уже парикмахер. Да быть того не может. У нас все точно. Вот, записано. Стилист Сергунька, Зверев сын, прибыл по его величеству специальному приглашению. Я скоморох. В списках значится, но еще не прибыл. Ну вот, считайте, что прибыл. Что ж ты нам тут голову морочишь? Говорю же, пошутил. Скоморох я или не скоморох? А вот сейчас и проверим. Ну-ка, покажи чего-нибудь веселое. А вот смотрите, как я умею. Эк, невидаль, да наш начальник караула еще страшнее может. А если мы вот так? Ну и чё тут смешного? Вот вчера наш сотник на арбузной корке поскользнулся, да нос в порог! Вот это смеха было! В общем, или ты нас смешишь, или никакой ты не скоморох. Да у вас вообще чувство юмора есть? А как же? Да мы сами каждый день по 10 раз над каждым в роте шутим. А помнишь, как я Федота булавой прямо по маковке отоварил? А это когда его 2 часа из шлема выковыривали. Смешно было. Ты главное не расстраивайся. Мы эти ворота, если что, штурмом возьмем. Ты меня еще не знаешь. Я в гневе страшен в натуре. Ты бы, Фрол, их уровень юмора выяснил и действовал бы сообразно. А я вот анекдот вспомнил. Прибегает бабка к деду и говорит: «Дед, у нас там колобок повесился». Не смешно. Это точно. Предупреждаю, еще один такой анекдот, и я драться полезу. А вот еще история. Колобок очень не любил зарядку.
после команды «ноги на ширине плеч» жутко расстраивался. Глупо. Ну, я тебя предупреждал. Ой, ой, больно! Сейчас со смеху попадаете. Ударился Иван-царевич оземь и обернулся тем же Иваном, но с двумя переломами рук. Подумаешь, да у нас Иваны-царевичи не такое выделывают. В общем, никакой ты не скоморох, раз даже нас, самых больших весельчаков в роте, рассмешить не можешь. А скажите, уважаемый, у вас больше ничего скоморожьего не осталось? И желательно потяжелее. Чего же не осталось? Вот биты жонглёрские. А не дадите попользоваться? Да хоть насовсем забирай. Пробовал я ими жонглировать. Уж больно по голове бьются. Ну, сейчас я вам устрою вечер юмора. Внимание! Смертельный номер! Человеческий череп против дубовой палки! Не понял. Чего это было? Ой, не могу! Ой, держите меня! Ой, ну юморист! Ну рассмешила! Добро пожаловать в дворец! Ты только это, не шути так больше. Ну, за ворота-то мы прошли. А дальше что делать? Предлагаю провести рекогносцировку. Чего? Ну, походи вокруг, посмотри. Может, стибрить что получится. Глядите-ка, курица жареная. Чего тут глядеть? Хватай да беги быстрее. Не, не гоже это. Чужое добро красть. Хм, помидор. Видать, из окна уронил кто-то. Здорово, служивый! Чего это ты тут охраняешь? А я и сам не знаю. По разнарядке пост есть, а для чего забыли уже все. Я тут уже второй день стою. Ни сменщика не присылают, ни обед. Слышь, как в пузе урчит. А гитара тебе зачем, служивый? Песни, что ли, поешь от скуки? Не, сам не пою. В аренду сдаю, женихам приезжим. Очень они любят для принцессы серенады петь. Ух ты! А ну дай мне, я тоже попробую. Даром не дам. Говорю же, бизнес у меня тут. Эй! Это кто там хулиганит? Не знаю кто, но хулиганит с размахом. Уже полкило помидоров извел. Что-то голос знакомый. Точно! Это ж та девчонка, которую мы у пруда встретили. Ну я ей! Надо только окно засечь. Никого не видать. А ты знаешь чего? Кого-нибудь вместо себя пусти, а сам посмотри, откуда бросаться станут. Ну и кого? Ну уж не знаю кого. Я идею подал, а дальше ты сам. А ты пойди, прогуляйся, что ли. И ноги разомнешь, и есть, глядишь, перехочется. Да я бы с удовольствием. Но пост покидать нельзя. Да никто и не заметит, пройдешься немного. А если все-таки заметят? Буду потом полдня шлемом отхожее место вычерпывать. Или еще чего хуже? Что может быть хуже-то? Так могут говорить только люди, которые не знают нашего начальника караула.
Ой, не бережешь ты свое здоровье. Ну ладно, ведь это тебе потом жить с тем, что случится. Эй, а чего это такого страшного может случиться? Ужасная болезнь Рассалима Баттенштейна.